идем снизу вверх. Ну, некоторые вообще говорят, спереди боль не надо массировать, потому что массировать с той стороны. Ну, болезнь это у каждого индивидуально, да. Да, как бы кость, но на самом деле тут и мышцы тоже есть. Поэтому мы ее все-таки массируем, но не будем разделять, ну, как бы отдельно по секторам, да, по идее бедро сначала, там больно. Поэтому сразу все вместе делаем. Вот, растираем опять продольно, обходим вокруг коленки по кругу. Тоже здесь растираем внутреннюю часть, внешнюю. Теперь поперечно. Так, быстро, быстро, логично. Это классический массаж. Вот коленкой вот это растираем, под чашечкой растираем. И не забываем, вот мышца крепится, вот здесь впереди. Вот этот вот подъем. Больно, что ли? Там зона щедрости. Вот, щедрость побаливает. Щедрость подарим сейчас. Нет, так, зона щедрости это означает, что вдруг пригодится. А вдруг пригодится, это люди, которые склонны вывозить вещи старые, не выбрасывать на дачу. На чашечке вот здесь. Либо щедрость заключается в том, что не готов делиться эмоциями. Ну какая же это щедрость, если не готов делиться эмоциями? И все уводим в паховую зону. Теперь, ну как бы вот прищепку нашу, да, держим, отводим от косточки мышцу в сторону. Да, боль. Точечная боль. Ну это то, что свет, светом не делала, но она вот так вот у меня делала. А это там зона нервного истощения. Косточка это. Подходим. Если она неровная, к чашечке. К чашечке, да, вот. Обводим. Все ее так обводим, да, вокруг. Плотно так достаточно. И теперь чашечку так вот растрясли и поджимали в одну сторону. Вот она там пружинит так. Не резко только. В другую сторону. Вверх. Вниз. И теперь опять делим бедро на внутреннюю часть, идеальную, разминаем это глубоко, щекотно. Снизу вверх, и внешнюю, чуть-чуть так присели. Теперь бедро все вместе. Вспоминаем те же самые движения, что делали с той стороны. Один в один, движения те же самые. Да. Пока те же самые идут. Один в один с классикой. Нет, с той стороны. Классика так же идет? Теперь берем, вот мы делали вот такое, помните, на ноге. Развели, пощипнули и подняли. Вот, но здесь из-за кости не получится, поэтому просто пальцы здесь идут по косточке, да, а мы вот самую икроножную мышцу с двух сторон. Это лапа леопарда. Да, лапа леопарда. Дошли сюда. Обводим. Отодвинули мышцы от этой. Тут, как правило, нависают мышцы вот тут, вот тут, да, поэтому мы их все время вот вверх поднимаем, поднимаем. Галифе. Уши называются вот здесь. Галифе с этой стороны. И теперь вот этот прием продолжаем до конца. Следующий прием, этот мы опять берем, подняли и притрясли вверх. Подняли, от кости как вот приподняли и притрясли. Ну, здесь такое не делаем, потому что кость сверху находится. И дальше всю ногу лапа леопарда промассировали. Далее, ну, как бы в антисолидной практике, да, то здесь побольше. Всяких вот таких вот движений, да, на одном месте, побольше, внутри, растираем так до покраснения. Поперек, снаружи, если где вены выступают, там помягче обходить эти места. Выжимание, да? Да, и теперь выжимание. Слегка приподняли, тут помягче. Чашечки. Дальше опять плотно. Теперь делаем вот так вот руку. Получается такой пятиугольник.
и ставим на чашечку, вот как раз попадаем на акупунктурные точки. Вибрировали, продрожали чашечку. Прикольно. Теперь продрожали в другую сторону, также 5 сделаем. Прикольно. А вот такой еще прием забыли, когда вот по очереди. Ай-яй-яй-яй-яй. По внутренней поверхности, да? Восьмерку, да? Да, вот такую восьмерку, да. У меня внутренняя вообще. Аж нога вот так, чтобы нога шаталась, бедро шатается. И далее нам понадобится, ну ладно, обойдемся без этого. Либо полотенце кладем сюда, либо там простынь дополнительно на это плечо, вот, потому да. Что... На, это на плечо ставим, да? Да, там просто еще полотенце будет лежало. А вон полотенце белое. Да, на плечо. Далее поднимаем ногу, кладем на плечо. Мне тоже поднять? Да. И теперь отводим мышцы от ноги вот так вперед. Мне кажется, я на гинекологическом столе. Два акушера. Теперь спрессовали вот так вот. И плотно лимфодренаж ведем вниз. Там еще зеркала не хватает. Зеркало. Да, принести. Это видео никуда не выкладывается. А ухо можно легонечко пальчиком. Почесать, да? Вспотел, если то вытереть. Хороший лимфодренаж таким образом получается. Плюс нам помогает гравитация. Отток, да. Вертикально вниз можно даже несколько раз протиснуть. Вниз, этим помогаем, да? И теперь прием такой вот. Мы входим сюда, мышцы раскатываем в одну сторону, ну, в обратную сторону. По кости как бы вот туда. Это уже Светланин прием по кости, мышцы по кости, да? Ну, так или иначе. Ну, отчасти, ну. Отчасти, да. Так или иначе, да, там в разных массажах есть, да. Теперь в эту сторону, вот такой с ротацией. Рука вам сортируется. И теперь двумя руками одна пошла, вторая, одна, вторая. Хорошо, одна, что вы ноги вторая. Только трогаете. Почему? Я говорю, у меня ощущение, что я лежу ноги в гинекологическом кресле. Мы учимся, тренируемся. А у акушера знаете, как учат руку ставить? Рука акушера. Так ставить, да? Да. Два пальца, а один оттопырен. Ну, пистолет. Так обычно заходят. Ты в армии. Да, фельдшер парень. Дружили мы с ним. Боксом любил заниматься. Вот на этой почве. Ну, интересно же, что как. Я там рассказывал. Два пальца заводишь. Она вся трепещет. Она на эти пальцы залазит. Так хорошо. Но это привлечение детское, конечно. Чтобы нас раз это... Боксом любил заниматься. Ну, он сам по себе боксом занимался, любил. Так, вот теперь... И про эти дела... Этот верх, это потому что на клитор еще. Да? Нет? Да. Ты не запоминай, Юра. Ну, там это мы коснулись сексуального массажа. Этот, есть сквирт-массаж такой. Сквирт... Не знаете слово, да? Это не танец так называется, сквирт, когда как пчелка танцует, нет? Танец тверк называется. А, точно. Сквирт, это значит слово брызгать. Да, то есть там делается массаж такой, что женщина оргазмирует, из нее прям струят на метр, на два вперед. Да, это очень яркий оргазм. В основном достигается руками, пальцами, потому что это так просто, другим способом тяжело его достичь. Теперь... Ну, это отдельный семинар у меня, если хотите, потом запишитесь. Только модели нужны. Надо подумать, кто модель будет. Если Светлана, мы согласны. Если Светлана согласна. Ты, Григорий, согласен. Яркие впечатления. У меня у самой была реклама. По очереди. Отпусти. Такое, да? Не, у меня, когда я привлекала первых клиентов, да, у меня было искусство доведения женщины до оргазма от тренинга. Вот прям перли только в путь ко мне. Доведение кого? Мужчин? Женщин. Женщин?
А мужчины же умеют это многие делать, поэтому они перли ко мне на обучение. А, да? Так мы поговорим про это с тобой, про эту программу. Потом. Сейчас по очереди делаем, потому что придется такие упражнения делать. Ну, изначально у нас подушка лежит под коленями, потому что когда приподнято бедро, расслабляются мышцы живота. То есть нам излишние напряжения не нужны. Теперь берем ногу, сгибаем на нее. И таким образом мы тянем все задние мышцы вдоль бедра, голени. Если у нас... Если поднимается та нога, да, то мы делаем упор. Тут вот такой захват. Да, вот игра тянется, а здесь не тянется. А вот так. Вот так тянется. Вот. Потихонечку медленно так подтягиваем. Растянули с той стороны. Теперь нам сейчас надо будет все мышцы, соответственно, бедра вокруг всех сторон растянем. Потом возле колена все мышцы растянем. Значит, теперь ставим перпендикуляр, голень к бедру, бедро к телу. Схватили за, сбоку за колено, да, и прокрутили так вот медленно туда-сюда. Вот мы чувствуем, ощущаем вот этой рукой, да, где что-то не так, где что-то там болит. Заодно такой вот массажик, да. Так, ну, как, знаете, хаотично делаем, чтобы человек не догадался, что конкретно вы пытаетесь сделать. Потом неожиданно подбиваем руку, ногу рукой, только не всей рукой, да, а плоскостью, иначе будет на болевой прием. Плоской ладони подбили, тут на экватор положили и задавили. Дальше развернули в другую сторону, тут у нас была вот так стопа, да. Теперь в ту сторону. Вот на пальцы давили, прям на нее, в нее входим, в тело. А этой рукой давим на чашечку. И разминаем мощно, энергично чашечку. Распрямили ногу и положили ее теперь сбоку. Вот здесь вот примерно, ну, там градусов 30, наверное, относительно оси. Сбоку. Потом в эту сторону. Ой-ой-ой. Вот, у здорового человека бедро ложится вот тут прямо на стол, и вот так тоже на стол ложится. Ну, по крайней мере, у меня ложится. Ай, ты не понимаешь, тянется. У меня вот здесь болит. Я думал, я неизлечимо болит. У него этот, как его, копчик. А, копчик. Кресет, точнее, кресет. Вот, да, ну, так называемая пассивная гимнастика у нас мы делаем. Женщины же гибче. Женщины, в принципе, гибче, да. Ну, хотя это не обязательно. Кто как занимается. У меня, например, вот так вот легко ходит. Ну, да? У меня лишь болит. Вот здесь вот. Вот. Да, вот здесь. Вот эта мышца. Эта мышца как раз ее растягивает. Ай. Вот, потихонечку. А! Ускоряемся. Ай! Вот уже колено. Ой, ай, ай, ай. Ой. Здесь не только не чашечку даем, а даже бедро. Ай, чтобы не повредить колено. Ай. Если не сгибается, то может на грудь надавить. Ай. Вытепишь, вытепишь, все нормально. Расшатали. Теперь колено гнем вот в эту сторону. Поза полулотоса. Вот так захватили. Противоположную ногу держим, чтобы не поднималось. И своим корпусом доворачиваем. Это что? Как это? Тайский? Лотос лотоса. Тайский массаж? Ну, похож, да. Перехватываем руку. Я об свой грудь разворачиваем в ту сторону. Вот. А теперь усиливаем эту формулу, пальцем придавливаем вот эту мышцу в противоположную сторону. То есть мы ее растягиваем. Мышца, поднимающая вот эту большую фасцию бедра. Портняжная? Нет, не портняжная. Но она рядом находится, да. Там вот она должна быть на рисунке. Потом покажу. Ну, короче, мышца, поднимающая вот так вот ногу. Вот спереди она. Псуаз что-то. Псуаз. Вот, держим. И теперь на растяжение. Вот мы ее. Она даже может щелкнуть. Бедренная. Она крепится прямо к уголку, к переднему уголку этого. Где малая ягодичная. Кажется, псуаз майер, что ли, она называется. Малая ягодичная вот здесь находится. А это вот. Вот она такая, вот размером с ладонью такая. Мышцы.
Вот мы ее растягивали, вот так вот мы ее растянули, и ее прижали в противоположную сторону. То есть вот сюда, на меня. Осторожно, в пах, чтобы не залезть. Вот, мы расшатали. Напрягатель широкой фасции, вот, да. Это она. Теперь мы берем само колено. Вот там есть рисунок колена, у него есть между хрящиками мениски, так называемые, да? Это еще по дополнительному хрящику вставлено внутри и снаружи. То есть внутренний медиальный. Вот мы его находим на сгибе, ищем сгиб. Вот он прям сгиб, вот он. Вот пальчиком придавили плотно, расшатали и туда вставили. Теперь латеральный ищем, вот опять на сгибе большим пальцем указательным. Вот нашли и вставили. Чуть-чуть, там даже подхрустнуло. Не сильно, да, ну так, слегка. Но то, та чашечка там чуть-чуть стала, да, прикольно. Вот, на этом мы потренируемся сами, потому что дальше не запомните. И потом продолжи вещание.